Да, друзья, мы с вами, здравствуйте, в городе Лос-Алтос. По-моему, даже это Лос-Алтос-Хиллз. Вот, и домик, посмотрим сейчас, да. Вот этот самый домик, он на продаже. Мы сейчас вам скажем, что там. Друзья, вот тут на черненьком, значит, написано, что это дом 5 спален, 3,5 туалета, 2002 года. Что еще? 3500 квадратных футов, ну, грубо, 3350 квадратных метров, такого плана. Вот. Ну и вот, в общем. Да, этот бассейн у них. Бассейн. Нет. Сейчас пойдем посмотрим. Школы хорошие, все понятно. Домик этот стоит, так вот он на углу двух относительно тихих улиц. И хотят за него 4 миллиона. 3,998. Если бы они на китайцев нацелились, они сказали бы 3,888. Но, видимо, им стало жалко 100 тысяч. Это входная дверь. Тут такой, ну, предбанничком даже трудно назвать. Ну, что-то такое. Вот. Что-то такое. You've seen us before? Oh, okay. What is your name? Michael. Michael. Yes. Michael and Lana. I'm Minnie. Minnie. Do I look familiar now? What's your name? I go to a lot of open houses. Minnie. Minnie. Okay. Minnie. What's your last name? Minnie Calcat. Okay. Calcat. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Хороший такой симпатичный. Рояльчик. Смотри, куда не придешь, Света? Я хотела сказать. Ну, прям... Сори, куда не придешь, сюда рояль. Да. Да, да. Знаешь, вот есть такие люди, придут куда-нибудь и давай лунную сонату, знаешь, и уже все, уже никто не выдерживает лунных сонат. В магазинах пишут возле роялей, только не лунную сонату. Пожалуйста, можешь... Что ты скажешь? Здесь темноватый дом какой-то. Темноватый, 100%. Я тебе скажу больше. Здесь высоты не хватает, вот здесь. Ну, потому что он со старого переделан. Ну, да. 8 футов потолок, а не 9. Да, не хватает высоты. Ну-ка, давай сразу уже выйдем на улицу. А 4 миллиона, вот так ушки. Участок здесь около 10 соток, меньше, там 9,2 такого плана. Ну что же, бассейн такой незамысловатый, прямоугольный. Вот там дальше джакузька, вот там джакузька. Но она не сообщается с бассейном, как часто бывает, а так как бы ведет такую отдельно стоящую жизнь. Такая, ну типа беседочка, называется газибу. Вот это газибу. И тут вот, ну нельзя сказать, что тут было бы много земли. Вот он так, как-то вот на той, на какой есть, так как-то он выстроился. Ой, зато здесь есть туалет снаружи, ребят. Это АТАС. То есть вышли ребята погулять. Там бассейн, парти какая-то. Раз. А у них отдельный туалет. Вот так вот. Руки помыл, в туалет сходил. Даже в дом заходить не надо. Так. А тут еще что-то такое за дверью. А, это вход в комнату. Но мы там еще будем. Там мы еще будем. Вот, и вот вы видите этот тракторок. Видите, он снизу такой стоит. Когда включен напор воды, вот, а вода периодически она должна обновляться. И вот под напором воды этот тракторок ходит и с донышка затягивает вот тот мешок, который там есть. Вот этот вот, видите, мешок у него торчит. Вот этот мешок затягивает листики, всякую дрянь. И потом мешочек откручивается и выкидывает содержимое. Ступеньки, рюмочку взял. Хорошо. Хорошо. И время такое подходящее. Еще люди что делают? Они на крыше кладут такие трубы резиновые, специальное устройство, и насос прокачивает воду через вот эти трубы на крыше, и они прогреваются. Вот по нашему опыту градуса 4 Цельсия дает к воде. То есть вы, допустим, вместо месяца сезона бассейнного, вы можете там, скажем, на все лето его продлить. На все лето не получается? Не получается, но все равно это неплохо. Видишь, это у них туалет отдельный с умывальником. Ну, потому что здесь когда партия, когда партия, да. Ну это прикольно. Да. Это прикольно. Для дома за 4 миллиона надо иметь какие-то фишечки. Это старый дом. Хотя они его модернизировали, конечно, но и тут очень прикольный офис. Ты просто смотришь по высоте потолка. Ну, я смотрю по общим ощущениям. Придавливает немножко, да. Так, ну давай, Света сказала, что есть офис. Пошли смотреть на офис. Вот и смотри, тут не только офис. Тут вообще очень прилично. Эдакий теремок.
Он же иконостас. Посмотри, такой, да? Это просто кастом-мейд. Кастом иконостас. Да. Вот. И тут такой, знаешь, такое ощущение, что капитан Кук вот живет в этом доме. Ну, это уже стейджинг сделали. Слушай, и карта. Что бы это такое было на карте, даже я не знаю. По следам детей капитана Гранта. Да, издалека похоже, может быть, на Париж. Но это не Париж. Ладно, друзья, идем дальше. Ишь ты, как оформляют-то, Света. За такие бабки надо оформлять необычно. И вот и картинки здесь. Что-то такое по-французски. Ты видишь, Света? Ну, «Бонжур», говорит. «Бонжур». Да. Они как могли, да. Видите, как у них все культурно, эстетично. Дубовый пол. Дубовый пол. Не потому, что тут дубы должны жить, а потому, что это в то время считалось очень приличным. Смотри, какая, а? Какой предмет, друзья, почти антик. Только надо зайти и глянуть, что дальше. А дальше просто вот как у нас у всех. Друзья, мы все вот так же, вот в таком же точно, без всякого антика, по-современному. Так, вот тоже тут из той же серии явно у них тут какой-то... Это стейджинг. Стейджинг, да, да. Так, шкафчикс. Шкафчикс. Туда сильно не зайдешь. Нет, такой. Это не walk-in. Просто шкафчик. Вот. А это похоже на мастер-бедрум. Такой большой, массивный, дубовый. Мастер-бедрум. Вот тут шкафы. А дальше пошли посмотрим на мастер-бас. Как тут у нас люди... Ну, без излишеств. Вот я бы сказал, что... Без излишеств. И вот это дело тоже, конечно, это не для дома за 4 мульона. Вот. Хотя, ну что сказать, они не обязаны же они каждый раз его заново ремонтировать. Правильно же? Ну, как есть. Так. Идем дальше. Идем дальше. Так. Что у нас тут? Тут мы были уже, да? Тут с роялем. Это family room. Вот это Family Room. Где телевизор? Телевизора нет. Телевизор в шкафу тут лежит. Стоит. Да ты что? Да. Вот тут за этими дверками телевизор. Ну-ка. Но его пока нету. Да, но провода есть. Окей. Окей. Провода есть. Телевизор большой, туда не поместить. Ну, это понимаешь, как это у тебя получается, такой гостевой хаос. Так, а вот это, посмотри, это. Здесь можно, например, выписать чек. Да, это поскольку дом старый, вот там такие вот... А почему старый? Это он 2000 года. Он переделан 2000. Переделан, но он очень старый. Он, видимо, да, да. Ну, я понял. Я не могла делать 2000, он очень старый. Я понял. Он был переделан, как могли. Да. Как могли. Но действительно, поскольку дом был старый, то могли они ограниченно. Ограниченно. Так. Слушай, угощают? Я даже не знаю. Друзья, когда вот так лежит, так уже и с диабетом съешь что-нибудь. Правда? Не надо есть. Не надо. Я не собираюсь. Я пошутил. Ну, вода вот есть. Воду. Тоже не то, чтобы мне хочется воды, а только с целью нанесения максимального ущерба. Видишь, там. Старая. А кабинеты? Кабинеты, да. Да. А ты видишь, они не так они с трудом доходят, с трудом. Нет. Но дело не в этом. Купили, да. Переделали, но у них как-то мало места. Понимаешь, сегодня уже не делают такое все маленькое, такой маленький айленд. Но зато это айленд, вот как ты любишь, он без плиты. Хотя ты любишь, чтобы еще на нем водичка была. Ну, он маленький просто очень. Так. Друзья, ну вот скажите, что там может быть? Вот ты знаешь, вот что-то в этом есть неправильное. Так, дурит наш аппарат. Маленькая. Вроде по столешнице. Давай, Свет, ты съешь пирожок. Я не хочу такой пирожок. Нет. Дэвид Троер. Троера мы знаем. Да, это наш знакомый. Он пытался продать наш дом в Лос-Алтос и не продал. Потом это сделал другой человек. То есть вот не хватает кухни, размаха и простора. Я согласен. Этот дом, я согласен. Это, наверное, годов 50-х. Этот кухня на одну женщину, причем худенькую. Даже, вот, можно, ну правда, вот тут не худенькой, не худенькой ты как-то. Можно, можно, нормально. Ну, даже не знаю. Света, вот скажи, что это на двери такое странное? Вот это синенькое, что это? Вот у меня такое ощущение, что это для собаки. Собачья, ну-ка, открывай дверь. Открывай дверь. Давай, раз. Да, это гараж, чтобы собачка могла ходить. Туда-сюда. Так.
Да, вот, друзья, все для собак. Все для собак. Вау. Зеркало красиво. Богато, богато. Света, скажи, вот это зеркало создает очень много света, отражая окна с разных сторон. Хороший стол. Тесновато, тесновато. Тяжелое мир, такое маленькое помещение. Да, это как вот помещичья усадьба времен там Салтыкова-Щедрина. Да. Хорошо. Вы видите, друзья, я даже приоделся так по-пижонски. В дорогое место идем, чтобы не вызывать подозрений. Так, Света, почти на второй этаж. Света. Тут тоже низкие потолки. Ой, да, потолки, ну, какие есть. Ну, вот, во всяком случае, ну, хотя бы вот, да, мы видим в углах так красиво. Двери. Обычно в дорогих домах еще высокие двери. Ну куда тут выше? Вот тут выше некуда, да. А тут, видишь, две спальни, у них общий туалет. Вот там шкафчик. Тоже, видишь, у них на французский манер все. Ну, это очень старый, тут даже окей. Не обкрутили ничего. Кутюр, окей. Так. Чего ты? Старая. Ой, это совсем старая. Совсем старая, я думаю, что не ящики поменяли, а вот эта да. часть осталась. Да, ребят, так строили очень давно. Вот так. Здесь, ну-ка давай. Тоже все старое. А чего они 4 миллиона-то хотят, я не понял. Ну, вот за что? Локейшн. Нет, ну локейшн локейшном, но все-таки, ну, знаешь... Ну что, неплохой дом, если ты можешь жить с такими потолками в темноте. Друзья, действительно, если вы хотите, можете жить с невысоким потолком и в темноте, то 4 миллиона даже не вопрос. Так, идем. То есть, действительно. А что не жить за 4 миллиона с низкими потолками и в темноте? Я рукой, рукой достал до потолка. Да. Я думаю, что это 8 футов тут. Это стандартная такая высота была на протяжении долгого промежутка времени длительно. Вот там у нас, вы видите. То, что мы видели внизу. Так, идем. Идем. Так. Здесь мы были, да? Что-то я уже начинаю смущаться. Да, были мы здесь только что, правильно. Лестница вниз. Постирался, посушиться. Так. Узенько, но. Окей. Но вот мы выходим с вами на улицу. И под... Сейчас, Света, секунду. У нас тут такая, ну, как сказать, верандочка, можно так назвать. Вот такая верандочка, можно загорать. Они с Уитом компенсировали маленькую кухню. Наверное, они не столько по части покушать, но. Сколько по части поспать и по... Да, сам, потому что посмотри на этот walking closet, зайди туда. Да что, Свет, я пройду тем путем, как я шел. Значит, я... Возвращаюсь снова в постирушечную, она же лондри. Меня, знаете, некоторые критикуют, говорят, чего вы, говорите, вот иностранные слова используете? Можно же по-русски сказать. А я не специально, просто мы здесь так разговариваем. Вот вы там разговариваете, и, честно сказать, настолько испоганили уже русский язык. Вот я когда слушаю, думаю, боже, за что же они так родной язык-то изувечили? Вот, но просто не понимают. А мы тут тоже говорим на каком-то своем таком наречии, мы не специально. Вот мне там один говорит, интерн. Почему говорите интерн? Скажите, практикант. А у нас его называется интерном. Или говорят, а чего у вас Кремниевая долина силиконовая? Я говорю, а у нас все так говорят. Такие силиконовые, ну что теперь делать? Так а что там, Света? Ты зайди, ты будешь импресс. Это walk-in closet? Не то слово. Друзья, это шкафчик, думаю, в который вошли не только мы, но и многие другие люди. How do you like it? Wow. It's like island, huh? Yeah. This is my dream walk-in closet. Да. This is my dream walk-in closet. That is why it costs 4 million bucks. Понимаешь, получается, что это сам не так важно пожрать, как важно развесить костюмчики.
Светик, да, когда у тебя много костюмчиков, а ты посмотри, здесь прямо как на Кохонном Айленде, посмотри сюда, здесь розетки две. Ты понимаешь? То есть люди тут шкафчики с пониманием. Посмотри, с пониманием. Шкафчики, это вот да, такой дроллер, да, такой, да, видишь? Да. С этой стороны, с той стороны, да, и со, да, всех сторон. Ты понимаешь? Я тебе скажу, мы бы вот с тобой нашли бы применение всему этому. У нас бы ничего пустым не было. Так мне кажется. Вот, знаете, не какая. Знаете, нет, нет, мы не шмоточники, но я, например, с трудом выкидываю хорошие вещи. Но дело не в этом. Дело в том, что по размеру, вот если посмотреть это помещение, оно примерно соизмеримо с кухней. И, в общем, вот это очень смешно. Да, а еще вот эти вот снизу, смотри, повесить и, можно, да, повесить, можно, пиджачки. Это как в магазине мы тут. Ну, ты видишь, вот есть люди, это действительно у них много костюмов, много, да, одежды, они ходят на работу и выпить с такой. Окей, okay, окей. Okay. Yeah, you have to look at that one. You mean the closet? Uh-huh, uh-huh. Oh my goodness. I don't have really enough clothes for that. No, I ребята, мастер бедрум очаровательный. Очаровательный. В смысле, мастер бас. Мастер бас очень хороший. Окей. Okay. Да, мне кажется, okay, что вот это лучше. Yeah. That is the best place in the house. Oh. I think so. I mean, this is nice, isn't it? Yeah, it's yeah, cool. Very nice. It's cool. Oh, okay. It seems like there's almost two master bedrooms in a way. Yeah, yeah. You can always look in the window and say what you think about these people. You can tell them. Yeah, I know. Really. So, oh. Okay. Look at this. This must be a steam shower. Вот это вот, вот это видео очень, окошко очень интересно. Вот надо же такое окошечко, понимаешь? Как интересно. It's another thing there. Yeah, because there are two showers, so maybe that one. Oh, I see. Открой дверку. Oh, oh. Yes. So it has. Это сверху душ. Yeah, but it would be steam. Поливают вас, массируют струйками. Ага. Yeah. Look at that in the little window peeking, yes, over, yes, into the, yeah, tub. That one is cool. Вот это окошечко, это действительно потрясающе. Один, например, моется, и что-то свое, допустим, какую-то обнаженную часть своего тела показывает тому, кто здесь, например, лежит. Не специально, не специально. Но окошечко, понимаешь, вот человек лежит вот не тут, знаю, и смотрит. У тебя какие-то те самые, вот это вот, да, интересно, что это за окошечко? Да. Или вот ты, допустим, так встал вот тут, встал, помылся вот такой, встал и вытираешься полотенцем, а окна открыл. Ну, тогда, Миша, скажи, а окна открыл. И вот люди. И туалетика тоже тогда. Что ты выдумываешь? Да, слушай, в туалетик тоже. Ага, слушай, один сидит в туалете, и там дырка, он может поговорить. А здесь стекло, не поговорить. Здесь стекло, да, ну, чтобы не брызгалось. Вот. Вообще, это очень такое коммуникативное место в доме. А там сзади ноты, можно петь прямо. Здесь настоящие. Можно прямо петь. Ты видишь ноты? Угу. Ну, они сзади, если это, когда на палочке, ты не видишь. Вот, пожалуйста. Вот, вот, можно сыграть. Друзья, те из вас, кто по нотам может сыграть, пожалуйста, можете сыграть. Вот я вам покажу все ноты. Вот. Можете сыграть.